Всем привет! Начали мы укладывать плитку. Заканчиваем практически. Видео скоро у нас выйдет. Сегодня хотели бы вам показать, сколько мы оставляем под дверное полотно, когда дверь у вас стоит заподлицо со стеной, то, что открываться будет в коридор. Как это сделать? Мы выпиливаем заранее два куска. Прикладываем уровень. По крестикам все раскладываем, как нужно. Потом уровень плоский со стеной. Проводим линию. И далее от этой линии возьмем 2 сантиметра и сделаем распил. Так останется, спил будет под дверным полотном, останется, его видно не будет. И немножко доработаем его брусочками алмазными, так как у нас далее туда плитка пойдет дальше, санузел. И чтобы шов был как заводской, и переход сразу со шва и на ту плитку. Андрюха, ты понесешь одну. Пилить мы будем болгаркой. Там уж, в принципе, все болгаркой пилим. Есть у нас и станок водяной. Здесь на улице мы пилим. Используйте, если вы пилите болгаркой, лучше подложить у нас экструдер, вы можете пенопласт, чтобы от болгарки, когда что там идет-то, блин, вибрация от болгарки идет, чтобы она гасила, и в принципе можно и гипсокартон подложить, пилить. Далее вот так сводим. Все ровно. У нас уровень просто, он как раз 2 сантиметра вот этой части. Прикладываем к линии. Я не слышу. Отметили 2 сантиметра, далее сделаем распил, доработаем. Диски мы используем вот такие, в принципе, пилит хорошо, практически без сколов, сухорезы. Не особо дорогие они, в районе 500 рублей в нашем городе стоят. Ну-ка, покажись, как ты в очках. И в ушах. Да, да, да. А где болгарка? За пылесосом. Пока Юра пилит, пойдемте посмотрим, что мы сделали. Плитки нам чуть-чуть осталось. Гостиная с кухней полностью заложили. 60 на метр 20 плитка. Завтра вот здесь еще будем делать небольшой порог. Будем запиливать под 45 градусов эту плитку. Плитку мы смещали в 1/3. Плитка неровная, потому что большая длина у нее. И когда укладываешь посередке, хоть мы делаем двойную промазку где-то на 0,5, она торчит.
Поэтому используем СВП от 3D крестиков. Коридорный. Санузлы заштукатурили мы. С кирпича поддон выложили. Трапик установили. Поддон у нас 90 на 1,20 м. Трапик 55 сантиметров. Здесь у нас будет инсталляция. Кладем в ванну. У нас ванна будет. Кстати, скоро будем снимать видео. У нас вот эта вот труба, у нас она не проходит по уровню стяжки. Уже думали, как ее опустить. Но там надо копать, разворачивать тройники. Заказчик это не хочет делать. Говорит, не вариант. И мы придумали, я не знаю, получится у нас это или нет. Мы ее хотим нагреть строительным феном и немножко сплющить. Снимем мы видео, как мы это будем делать. Получится или нет у нас, неизвестно. Ванну заштукатурили. Все видео, как мы это делали, выставляли маяки, штукатурили, стяжку делали, есть у нас на канале. Предыдущих видео, кому интересно, посмотрите. Штукатурили мы плиточным клеем. Так как слой у нас здесь тонкий был, стены уже были заштукатурены. Цементной штукатурки слой тонкий. Для этого, поэтому мы использовали плиточный клей. А то в комментариях спрашивают у нас, зачем его использовать, и дорого это или нет. Ну, не особо, слой тонкий. И не так много уходит его. То, что если мы закидали бы песок, цемент, я не знаю, есть там, может, вероятность какая-то, что чтобы он не отслоился. Здесь у нас будет кладовка, тоже плитка. То же самое. У нас ее не хватает немножко. По той стене будет стоять шкаф во всю длину. Будем что-то из кусков придумывать, выкладывать. Так, Юра там вроде допилил уже, что-то не слышно, болгарку. Сейчас возьмем такой вот брусочек. Это алмазный брусок от фирмы Зубр. 200 у него. Фракции, да, 200 у него? Ну да, зерно. Да, зерно 200 у него. Стоит рублей 300, наверное, на все инструменты мы покупали. И сейчас вот болгаркой спилили. Давайте посмотрим, сейчас настроится камера. Вот сколы небольшие. И чтобы без порожков, без всего, две плитки сошлись вместе, мы его подточим. Конечно, можно черепашкой, но можно и брусочком это делать. Да. Готово. Одна готова.
Готов? Ну, обратно приложи. Так-то ровненько получается. Красиво. Пойдем лепить.
Так вот у нас получилось, когда мы выложим плитку в санузле напольные, мы уже наглядно покажем, как это будет выглядеть, потому что можно без... Без порожка будет. Да, без порожка, просто затиркой, можно силиконом под цвет затирки пройтись. Все, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на нашем канале.